привіт, друзі! Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови цікава. Жінки створені, щоб віддавати, а чоловіки – щоб брати. Наскільки це вірно, ми з'ясуємо саме зараз. У нас сьогодні в гостях практичний психолог Олена Кітриш. Єлена, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, прекрасная Елена. Всегда рады видеть вас в нашей студии. Всегда любуемся вами. И спасибо. Всегда из ваших уст звучат очень дельные и нужные советы, как прожить. И сегодня, дорогие телезрители, мы продолжаем цикл наших бесед о том, можно ли и нужно ли, я думаю, что нужно, создавать счастливые семьи. Елена, итак, будьте добры, вот если о счастливой семье, скажите, пожалуйста, именно брак, может ли он быть билетом в счастье? Анеточка, вы знаете, не в этой жизни. Опа! Не ожидали ответа? Нет. Да? Не в этой жизни, потому что, знаете, у людей вот такие обманчивые какие-то визуализации, да, брака. Вступают они в брак и думают, ну все, все будет хорошо. Главное встретить, да, нужного человека в нужное время, расписаться, и все у нас будет хорошо. Вот. А брак – это не это результат. Не результат, это процесс, понимаете? Это целый процесс. Причем постоянный, наверное. Постоянный процесс, в котором нужно работать над отношением, понимаете? Должна быть бесконечная работа, трудиться. То есть, насколько я вас поняла, вступая в брак и одевая друг другу обручальные кольца, всё в принципе, жизнь только начинается. Только начинается, да, только начинается. То есть брак – это не билет в счастье. А можно сказать, что брак – это, в принципе, своеобразный пропуск в счастье? Да. Если люди будут работать друг с другом, да, работать, именно работать, тогда все получится и будет счастье. Вы знаете, счастье можно достичь, если люди будут обращать, мужчина и женщина будут обращать внимание на те скользкие места, вот, не игнорировать их, да, какие-то проблемы начинаются в браке, они их замалчивают, они их игнорируют. А именно когда они будут обращать внимание на вот те мелочи, на те скользкие места и прорабатывать их, проговаривать друг с другом и решать, знаете, и решать эту проблему, тогда можно добиться счастья. Именно через большой и огромный труд, через тысячи «прости». Через тысячи «прости», да, через тысячи недоспанных ночей, через тысячи мрачных дней можно добиться счастья в браке. А вот скажите, пожалуйста, Елена, вы такой опытный психолог, и, конечно, вы к вам приходят люди с проблемами, но вот и все хотят счастья, да, телезрители? Но все хотим счастья, 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 пусть будет счастье. А есть ли у счастья характер, и если он есть, какими чертами обладает счастье? Да, да, есть, обязательно должны быть черты характера. Первое – это смелость. Смелость? Смелость, да, вступая в брак, у нас должна быть смелость. Потому что признать и сказать, что у нас есть проблемы в браке, должен только смелый человек. Понимаете, вот сесть и сказать, милый, любимый, ну что-то не так, что-то не так. Давай сядем, разберемся. Либо сказать, ты знаешь, а действительно я поступил или поступила неправильно. Это тоже должна быть смелость, да? Тоже должен быть человек смелым. Второе, я говорила в прошлой передаче, это дисциплина. В отношениях должна быть дисциплина. Вот, например, да, возьмем людей, которые чего-то добились. Они, естественно, этого добились через какую? Дисциплину, да, строгую дисциплину. Где нету дисциплины, там что? Анархия, мать порядка, там хаос. Поэтому в семье также нужно стремиться к дисциплине. Следующее – это стойкость. Стойкость, вот такая черта характера, как стойкость. Когда у нас есть стойкость, тогда мы не выйдем с брака, да, когда на нашем пути будут встречаться трудности. Тогда мы что? Решаем эти трудности стойко. Вот знаете, вот поколение, которым уже за 50, вот, они раньше были, да, новым поколением. Но они прославились чем?
Тем, что быстро выходили, когда что-то не получается в браке, они быстро что, выходят из него, либо на работе, либо и в делах каких-то. Люди быстро что, сдаются. Сдаваться не надо, сдаваться не надо. Нужно стойко преодолевать трудности. И когда будут работать над этой чертой стойкости, также будет порядочек. Следующая черта характера – это выдержка. Здесь, так как я люблю заниматься спортом, для меня это работа. Судя по вашей фигуре, Елена, да, прекрасная. Спасибо. Спорт, я приведу вот такое сравнение спортивное, да. Брак – это марафон. Его еще сравнивать с марафоном, да? На дальнюю дистанцию, наверное, да? Да, конечно. Смотрите, есть спринт. Это короткая дистанция, где главное что? Это старт. И вот когда мы видим бегуны, да, бегут, они, для них главное вот эти наносекунды оттолкнуться и побежать, да? А марафон, здесь не важно, как ты оттолкнешься, не важно. Здесь главное вот процесс. Соблюдать дыхание, да? Да, да, регулировать свои силы, да, свое дыхание. В марафоне можно даже упасть. Можно же? Можно. Можно отстать. Бывает, конечно. Даже если там кто-то перескочит, да, через тебя, ничего страшного, ты встал и пошел дальше. Главное – выдержка. Вот так же и в браке главное – выдержка. Главное, вот люди говорят, да, были мы молоды, были бедны, были неопытные. Все склоняют на вот этот старт. И как будто этот старт помешал им быть счастливыми. Нет, не в старте дело, дело именно в выдержке и вот этой вот дистанции. Ну вот про молодость, когда говорят, что вот мы были молодые, тогда да, все было по-другому. Вы слышали, да, вот часто. Есть такое изречение, ах, если бы молодость знала, ах, если бы старость могла. Но, господа, нужно вообще жить, и когда молодой, и когда старый, все равно жить, пока живы. Да. Елена, и когда люди живут вместе, то выдержка, смелость, достоинство и дисциплина. Кстати, вот эти черты характера, которые вы перечислили, они пригодятся людям не только в браке, да, но они нужны всем, угу, начиная от высоких политиков, угу, и заканчивая просто простыми людьми, угу, потому угу, что без дисциплины и выдержки строгая дисциплина, да, сложно прожить. Угу. Елена, но наша тема, угу, это у нас такая прелюдия, но мы, да, соблюдаем полностью, как в музыке, жанр. То есть прелюдия наша, вы рассказали о том, что все-таки счастье это достижимо. Но наша тема все-таки женщины, ну я думаю, что женщины и мужчины согласятся. Женщины созданы, чтобы отдавать. Мужчины созданы, чтобы брать. Да, созданы? Да, да. Смотрите. Хотим мы этого или нет, но это так. Мужчина кто? Добытчик, охотник. Он выходит в мир для того, чтобы добыть и собрать. Женщина, она хранительница очага, да? Она именно хранительница. И женщина создана отдавать. Мужчина брать, а женщина отдавать. Для нее это нормально отдавать. А для мужчины нормально брать. Вот смотрите, соберутся несколько женщин. Они начинают раздавать друг другу комплименты. Да? Они без этого не могут. Говорят, какое у тебя красивое платье, какая у тебя прическа. Ну, поделись. Ну, просто если это красиво, почему же да, не сказать? Да, для нас это естественно. Что материально, что духовно, ну раздавать, отдавать, раздавать. А мужчина как охотник, для него, естественно, это брать, 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 брать. И вот знаете, женщины допускают такую ошибку, они думают, что ключ к хорошим отношениям – это именно отдавать. Чем больше мы отдаем, тем будет лучше брак, да? Но я хочу сказать женщинам, что мужчины, да пусть не обижаются, мужчины так созданы, что они будут брать всегда. И всегда будут брать. И женщина что делает? Она сгорает. У нее появляется эмоциональное выгорание, у нее появляется боль и обида, потому что она ждет. Я все ему отдала, да, все да. ему отдала, а он? А вот смотрите, когда приходят к консультанту, да, семейные пары, она начинает жаловаться, я все ему отдала, лучшие года своей жизни, да, сколько там была на кухне, убирала, все это готовила. Я терпела твою маму, я терпела твои носки, я все терпела, отдавала. А мужчина
стоит, слушает, думает, было же все прекрасно. Что? Цепи сорвалась, что ли? Да, понимаете? А для него было все прекрасно. Он это брал как должное, как само собой. А у нее накапливалась обида. И психоаналитик читает, да, психолог читает по глазам мужчины, что в чем проблема, в чем проблема. Мужчина в глазах паника, да? Да, да, мужчина в глазах паника, он не может понять, потому что для него естественно брать. Но заставить мужчину можно давать. Подождите, Елена, такое, знаете, слово не очень удобное для мужского уха, да, мужчины? Заставить мужчину. Именно заставить. А ключевое слово – заставить. Да, потому что… Сейчас нас возненавидите, мужчины. Нет, мы мужчин очень любим, без мужчин мы никуда, поэтому… Все, что я буду давать рекомендации и говорить, это как бы одна точка зрения. Ну, точек зрения очень много. И сейчас рекомендации, у кого-то они будут срабатывать, у кого-то не срабатывать. Ну, есть определенные, да, рекомендации, которые помогут женщинам. Итак, это замечательное слово «заставить мужчину», Елена. Да, да, да. Смотрите, мужчине надо обязательно говорить. Что женщина хочет? Как я уже говорила, да, мужчина не телепат, он не может читать мысли на расстоянии, жаль. Он может только каналы переключать на расстоянии, вот это у него получится гораздо лучше. Вот. А читать наши мысли нет. И если женщина что-то хочет, она обязательно должна сказать мужчине, что она хочет, и попросить. Попросить. Хотя просить для женщины, для нее это чужеродное для ее натуры. Просить может мужчина, а женщина попросить ей очень тяжело. Действительно, это очень тяжело. Вот. И я как-то читала одного психолога, и он говорил, по статистике женщины просят всего один лишь раз. Один лишь раз. Мужчина, вот, допустим, побели потолок. Она сказала в октябре, а уже май месяц. А мужчина не берется, и она ходит, обижается, смотрит без конца на этот потолок, понимаете? Поэтому второе. Так, Лена, смотрите, то есть женщина просит один раз, да. А нужно. А почему она просит один раз? Почему она не любит просить много раз, с одной стороны? Потому что она не любит. Действительно, на это есть причина. Потому что ей хочется. Она же делает это просто так. Потому что она любит, и чем больше женщина любит, тем больше она тогда отдает. И ей кажется, что точно так и мужчина поступает. Если он любит, заставлять его не надо. Он догадается, да? То через 10 лет все-таки потолок поднять стоит, да? Да. И вот это слово ключевое догадается. Нет, он не догадается. Поэтому мужчину нужно просить не один раз. Нужно просить. Просить не один раз, но есть женщины, которые говорят, ну, я просила его там 5-6 раз, да, вот, есть и такие случаи, но мужчина не слышит. В таких случаях, если мужчина не слышит, есть у нас телефон, бюро, да, вот, набираем телефончик, вызываем мастера, и таким образом мы чиним тот кран или еще что-то, что поломалось у нас. Только такой выход. Если мужчина не услышал через 5-6 раз, можно не достучаться. Елена, скажите, пожалуйста, вот с одной стороны, женщины не любят просить много раз. Причины, ну, это уже психологически и так природой заложено, с одной стороны. Но с другой стороны, в одной из наших программ мы с вами поднимали тему потом, о том, как нельзя грызть. Да. Понимаете, когда бу-бу-бу, мужчина приходит с работы или приходит домой, он приходит в свою норку, ему хочется побыть наедине с самим собой. У него и так голоса, крики в голове. И тут жена, которая бур-бур-бур, и вот она начинает, и начни одно, и тут накатывается вал, и женщина не может остановиться. Правильно, вот, Наташа. Вот мне бы хотелось, чтобы вы указали эту грань между просьбой и вот этим поеданием. Просить нужно правильно. Следующее. Да, просить нужно правильно мужчину. Ни в коем случае не критикуя его. Ни в коем случае какими-то интонациями, какими-то вызывать у мужчины чувство вины. Мужчину можно заставить что-то сделать через похвалу. Через похвалу.
Вот. Вот, допустим, мужчина там помыл посуду, она может сказать, ну, и помыл, и хорошо, я делаю это каждый день, да? Она... А мужчина скажет, ну, и делай дальше, да? Да, да. А что она может сказать еще? Она может сказать, какой замечательный ты у меня муж, молодец, подхвалить его, знаете? И тогда это кодируется в коре головного мозга, как позитивные эмоции, закрепляется. И если женщина хвалит, если мужчина сделал что-то для него, хотя для него это неестественно, естественно это женщине что-то делать, мужчина берет, берет, берет. Вот, она его подхвалила, у него уже появляется мотивация. Мотивация. Еще нужно узнавать, что мужчина любит. Многие женщины говорят, ну это же манипуляция, да, через, вот, допустим, что-то он любит, пойти на рыбалку, да, либо еще что-то, ну, у каждого разное хобби. И женщина может сказать, вот поможешь мне поубирать дома, да, и пойдешь на рыбалку. Ну, мы... А он может не помочь и уйти на рыбалку? Нет. Если она будет говорить, поможешь, сделаешь свое любимое дело, вот, он сделает. Но многие говорят, что это манипуляция. Что такое манипуляция? А что такое манипуляция? Да. Манипуляция – это мотивация. Мужчину нужно замотивировать, что-то сделать. Не манипулировать им, а замотивировать. Вот, да, да, вот другими словами, манипуляция – это мотивация мужчины. И если женщина его замотивирует, да, мужчины еще любят бартерный обмен. Ух ты, да, бартерный обмен. Да, мужчины живут в мире норм, правил, бартера. Они всегда любят что-то получать. Вот такие материалисты, мужчины, они всегда любят что-то получать. И если женщина будет это знать, и вот такую бартерную сделку предлагать мужчине, это тоже сработает. Это тоже сработает. Главное, не критиковать мужчину, не вот вызывать у него чувство вины, а четко проговаривать свои желания. Вы знаете, ну это не должны быть такие желания, как у... Рыбак и золотая рыбка, знаете, без конца. Должен быть закон меры. Вот есть еще такой закон меры. Потому что кто-то не знает меры и без конца, да, просит у мужчин. Вот. А вот именно вот этот соблюдать закон меры дозволенного, да, не переходить вот эту вот черту дозволенного. Ну, самое главное, женщина должна знать о своих желаниях, нужно мужчине говорить, проговаривать. Это самое главное. Не думать, что он догадается. А Елена, да. А вы знаете, все наши беседы направлены на то, чтобы мужчина и женщина жили в союзе. Ну, ваши советы, я думаю, что, да, телезрители все-таки помогают строить свою счастливую жизнь. Но сегодня мы встречаем такой тип женщин, и я думаю, что женщины не виноваты в этом, когда это состоявшиеся, сильные, самодостаточные женщины, и им, в принципе, не нужны мужчины. Ой, вы знаете, есть и такое. Меняются ролями и мужчина. Вот мужчина занимает роль женщины, женщина... Но это ужасно. Есть и такое. Это, вернее, не ужасно, это грустно. Но вы знаете, все-таки исторически у нас заложено то, что мужчина – добытчик, мужчина – лидер, вот, а женщина – хранительница. И то, что у нас в мире все становится с ног на голову, мы видим такую тенденцию, к сожалению, это есть. Ну, наверное, это вина женщин, может быть. Еще зависит мере. От воспитания. От как воспитания. Воспитывали девочку, в какой она семье воспитывалась, в какой семье воспитывался мальчика, какая самооценка у женщины, какая самооценка у мужчины. Потому что это все фундамент личности идет именно с детства. Какой? А вот вы знаете, я сейчас слышу вопрос телезрителей. Да, хорошо, сидят там и рассуждают. А вот если нужно детей поднимать, обеспечивать их, самой жить, а нет рядом мужа, конечно, я стану сильной. Конечно, я буду сильной, и не нужен мне мужчина. Что вы можете ответить телезрителям, нашим телезрительницам вот сейчас, которые так справедливо негодуют? Женщина должна быть, и в прошлой передаче мы говорили, она должна быть сильная, но сильная характером. Сильная характером, физически все-таки женщина должна быть хрупкой, слабой. Так она и есть слабая и хрупкая. Да, как мягкая. Бы тетки не накачивали себе бицепсы, а женщина есть женщина. Да. Все-таки быть физически слабой, но характером сильным. И работать, естественно, над своей самооценкой. Вот, кстати, Елена прекрасная, будьте добры.
самооценка мужчины и женщины – это разные вещи? Или если взять в общем самооценка человека? И будьте добры, у нас есть время как раз вот поговорить о самооценке, как ее поднять и как сделать так, чтобы она все-таки не была слишком высока, но одновременно с этим не слишком низка. Вы знаете, много разных источников и говорят, что самооценки много не бывает. Да, я прочитала, если мы раньше думали, да, низкая самооценка, адекватная самооценка, высокая самооценка, то самооценки много не бывает. Самооценка – это то, как человек оценивает себя. И опять же, самооценка формируется в детстве, и есть причины низкой самооценки. Это когда критика идет со стороны других, это педагоги, родители, да, вот, постоянно критикуют, и ребенок начинает сомневаться в себе. Потом человек начинает критиковать сам себя, да? Вот знаете, есть такое понятие, как синдром отличника. Все у меня должно быть на 5. Вот, ставить слишком высокую планку, требует много от себя и требует много от других. Понимаете, это тоже как бы мешает этому внутриличностному комфорту. Когда синдром отличника. Не надо... Когда победа любой ценой. Да, победа любой ценой. Не надо себя сравнивать, не надо себя критиковать. Нужно себя принимать таким, какой ты есть. Мы не картинки, да, чтобы нас сравнивать. Ну, вы картинка, Елена. Анеточка. Да, спасибо вам большое. Вот, сравнивать не надо. Всегда найдется 10 отличий. Всегда найдется. Всегда мы что-то делаем лучше другого, а что-то хуже другого. Это нормальный процесс, это естественный процесс. Не должен быть ориентир какой-то другой человек. Должен быть эталон красоты, эталон образа свой вырабатываться у каждого человека. Да? Вот как раньше девочки, хочу длинные волосы, да, у подружки длинные волосы. Ну не растут волосы, ну что теперь? Да, либо хочу там узкую талию, но не та конституция тела, не будет. Ну, есть же у тебя свой эталон красоты. Обрати внимание на это, развивай это в себе. Вот. И не надо критиковать себя. Нужно почаще смотреть в зеркало и проговаривать, какая я красивая. Нужно учиться еще принимать комплименты. Очень много женщин не могут принимать комплименты. Они либо отклоняют этот комплимент и таким образом посылают в социум, что они недостойны, да, этого комплимента. Комплимент нужно принимать тоже с любовью и говорить просто спасибо за комплимент. Вот женщины, нам тоже это сложно достаточно. Вы сегодня очень хорошо выглядите, спасибо. Да, просто нужно сказать спасибо. На это, да, это... Итак, женщины, а мужчинам, вот повышать самооценку мужчин, все-таки все равно мужчинам, как бы мы там не говорили, но мужчинам сложнее жить. Ну, не обижайтесь, женщин, да, но честно. Да. По-честному, мужчинам жить сложнее, потому что они все-таки несут ответственность, конечно, за все. Конечно. Вот как мужчине не утратить самооценку, чтобы почва из-под ног не ушла? Елена? Это будет зависеть, какая женщина с ним, какая женщина с мужчиной. Потому что женщина либо создает, либо разрушает мужчину. Женщина даже не представляет, сколько власти у нее над мужчиной. Да что? Да, да. И когда мужчина почувствует вот эту опору в женщине, он разрешит ей быть шеей. Вот той шеей, которая руководит мужчиной. Знаете? Вот. Ну, это правильно, правильно просить. Правильно хвалить мужчину. Правильно с ним общаться. Не думать, что это все случится само собой. Вот поженились, и все случится само собой. Само собой это не случится. Нужно именно все конфликты, все скользкие места, все прорабатывать. Психология, она построена на мелочах. На мелочах? Да, да. Вот мне говорят, не обращай внимания на мелочи. Нет. Самое главное – это мелочи. Вот мы постоянно не обращаем внимания на мелочи, игнорируем, да думаем, пройдет, не пройдет. Обращайте именно внимание на мелочи. Они так важны в отношениях, они просто жизненно необходимы в отношениях, вот эти мелочи, и сесть за стол переговоров, проговорить, мужчине сказать о своих желаниях, мужчина скажет также о своих желаниях, узнавать больше друг друга и узнавать на протяжении всего жизненного пути, потому что человек меняется постоянно, он не статичен, он не может быть вот
как 18, такой он 30, 40, 50. Каждый год, каждый день человек меняется. Меняется не только внешне, но меняется даже не столько внешне, сколько внутренне. И да? Внутренне, и психологически, и духовно. Все идут полностью изменения. И если вместе будут идти нога в ногу, мужчина и женщина, прорабатывая все проблемы, все вот нюансы, билет в счастье можно получить. Дай Бог, Елена, чтобы наши телезрители, очень бы хотелось, чтобы все-таки у каждого из вас, дорогие друзья, был билет в счастье. И что это возможно, искренне верит наша сегодняшняя гостья, прекрасная Елена, практический психолог Елена Китриш. Ну что, друзья, если счастье возможно, то нам нечего унывать. Це була розмова на тему. На все добре.